Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала и желающие посмотреть на обезбашенные заезды в Happy Wheels. Значит, давайте продолжать обзор наших топовых уровней. Топовые уровни за неделю. За неделю по рейтингу. Что у нас здесь новенького появилось? А? Что новенького? Значит, Domino of Death. Да, вот такой вот уровень с таким любопытным названием, многообещающим. Давайте же посмотрим. Так, что это? Хорошо, допустим. Так, я что-то сделал. Окей. Домино смерти. Так, надеюсь, я не умру где-нибудь в финале. Не хотелось бы умирать в финале. Я хочу еще пожить немножко, мне еще уровни. А, подождите, вон, посмотрите на старичок. Старичок там усиленно хватается за жизнь. И, возможно, именно его смерть имеется в виду в этом уровне, да? Ну-ка, вот арбуз, значит, сейчас он полетит вниз, да? Опа, кусочек отломился и бомбы! А, боже, я так и знал, бедный старичок. А я подумал, что, возможно, даже я умру, но нет. Я не умер, я выжил. А вот старичку не посчастливилось победить и пройти этот уровень живым. Плохо, плохо, бедный старичок. Ну ничего, такова его участь. Pokemon Go, версия 1.1. Мы уже играли одну версию. Помню, да, прошлая серия была полностью посвящена этой игре. Ну, не полностью, точнее, превьюшка была посвящена. А здесь что? Так, что новенького появилось? Все вроде бы так же, да? Так, этих я ловил. Пикачу ловил. Так, а что же здесь новенького? Версия вроде бы другая. Хотя, может быть, все по-старому. А, подождите. Чермандер появился. Его вроде бы не было, да? Или, может быть, я не прав. Может быть, я не помню просто. Ладно, черт с ним. Давайте всех переловим. Никому не оставим. Мало ли здесь сколько конкурентов. Любители покемончиков обитают вокруг. Никому ничего не оставим. Да? Все, затащим. Все наше. И победа? Да, победа. Замечательно. Так, значит, только Чермандер появился. Хорошо. Выжить одну минуту. Давайте, будем выживать. Так, хорошо. То есть, так. Эта платформа движется сама. Я выжил почти. А, да ладно вам. Так, держись, держись. Ой-ой-ой-ой-ой, не падай. Твою мать, держи равновесие, чувак. Хватит, все, держи, рука, вот рука, рукой там где-нибудь зацепись за что-нибудь. Так, тихо-тихо, на всего лишь минуту. Всего, а, я чувствую, что я подыхаю. Я чувствую, что кровушка летит в разные стороны. Я чувствую, что мое тело, бренное мое тело, в смятении. Но толку от того, что я победил, мое тело труп. Труп натуральный. Так, минутку, давайте переиграем. Мы должны выжить. Давай, ползи наверх, я в тебя верю, ползи, ползи. Нет, не получилось. Хорошо. Так, главное выжить. Этот удар. Тимми, давай, держись. Вы посмотрите, как мои ноги-то скрючило. О, божечки. Я как тот инопланетянин из фильма «Прибытие» с Чарли Шином. Помните, там такие чуваки были? У них ноги выгинались в обратную сторону. Ай, о, тихо. Да ладно, я живой. Правда, без ног? Да. Да, на момент... Да, то есть на момент победы я был жив. И это главное. И кровушка разлетается в знак того, что это был эпичный уровень. Ха-ха. Да, поехали дальше. В общем, давайте Don't Move Гарпун. Ничего, видимо, нажимать нельзя здесь. Уровень автоматический. Сейчас мы затащим. Так, хорошо. Все, а мы живые. Даже остались на удивление. Обычно меня убивали где-нибудь в финале. Так, что еще здесь есть? А, что ты выберешь, да? Уровень, основанный на выборе. Так, что мы выберем, да? Что это? Значит, выпить холодную воду минус 20 градусов по Цельсию, либо выпить горячую воду 50 градусов. Что выберем? Хм, ну знаете, я очень не люблю горячие напитки. Я предпочитаю холодные. Даже чай или кофе я всегда пью... чуть более чем теплый, не горячий. Поэтому давайте минус 20. Допустим. Опа.
Так, хорошо. Что у нас дальше? Что мы выберем? Эй, тихо. Так, что это? Никогда не двигаться или умереть? То есть жить без движения, либо умереть? Хм, что бы такого выбрать? Ну, умирать как бы не очень охота. А вот, например, без движения можно записывать ролики, ха-ха, на ютубчик выкладывать. Там ведь особо движения не нужны, только сиди себе, говори, прикалывайся. И снимай интересненько и позитивненько. А-а-а, пошел нахер! Да зашибись, пройти уровень и застрять вот здесь. Это эпично, только я могу так, блин. Так, хорошо, мы выбрались. И что дальше? Что я выберу? А! Что мы выберем? Значит, заиметь 10 лямов баксов или мир во всем мире, да? Что такого выбрать? Ну, конечно же, мир во всем мире. Конечно же. Так, что дальше? Что-то никогда не пить кок аген. А что такое кок? Или никогда не есть фастфуд? Фастфуд либо кок? Ну вообще, как бы я люблю немножечко фастфудика, это вещь прикольная. Но злоупотреблять с этим, наверное, тоже не стоит. Поэтому хрен его знает, что такое кок. Давайте, не знаю, давайте, короче, фастфуд никогда не есть, к примеру. Так, и что? А где варианты ответов других игроков? Обычно здесь проценты показывали, кто сколько ответил. А где результаты, мать твою? Я что, зря здесь мучился? Да уж. Эпичненько, ладно. Короче, поехали дальше. JSE Dunk Contest какой-то. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, допустим, я лечу, и чё? И чё? Сейчас дохну, походу. Точно! Банк! Хотя, по идее, я должен был попасть, видимо, в эту корзину, да? А, мячик нужно взять пробелом, точно. Опа. Вот это кровавый бросочек. Подожди, а можно как-то выжить? Ну-ка. Так, давай. Да. Только опять я сдох. Да я не хочу подыхать, хватит подыхать. Так, давай. Во. Вроде бы даже как-то, вот, типа, живой. Типа живой, да? Ладно, плевать, поехали дальше. Значит, Sword Row 4. Да, вот чего мне не хватало для полного счастья, да. Какие ненавистные мной уровни. Как они меня жутко, блин, от них подгорают. Вот это точное. Мега, вот так тебе, проклятый ублюдок. Ну, отдай мечи. Ну, зашибись. Все, у меня начинает уже подгорать. Как так можно профилонить все мечи, а? Это же не круто. Иди нахер, ублюдок маленький. Так. Ну, хотя бы хоть... О, мячи, говорю. Мечи дали на халяву. Так, неплохо. Так. Опа. Так. Знаете, этому старикашке сначала по носу заехал. В насядку, а потом уже он упал. Так, ладно, и сюда. Эй, чё на место положил? Зачем положил обратно? Надо вот того наверху бить. О, точно. Ха-ха, эпично. Нихерашечки себе, посмотрите, как у него шея, блин. О, тихо. Ты аккуратнее. Меня же можешь так поранить этими катанами. Так, хорошо. Что там еще есть? Челлендж. О, кейс-аниматроникс, посмотрите. Да ладно. Они уже и до Happy Wheels добрались. Плей. Это же аниматроники, посмотрите, вот там глаза, о боже. Мы только что эту игру прошли, да? О, черт, я забыл ключи в офисе. Нет проблем, подожди здесь. Я, типа, их принесу тебе, чувак. Ну ведь это жуть. Тихо. Это всего лишь молния. Ничего страшного, ничего необычного. Это всего лишь молния, бывает. Молния никогда не бьет дважды. Так, что это там? А, это всего лишь два... Это всего лишь два носика клоуна. Красненьких. Ничего страшного, ничего необычного. Два клоуна стоят рядом. Ой. Ничего необычного у кого-то. Просто обеденный перерыв. Он закрывает окна. Ничего. Бывает. Так. Опять два красных клоунских носика. Да? И чё? А чё я сдох-то? О, алё. Почему ты умер-то?
А, ключи-то вон они, на Блэйк... Блядь. Что это было? И мои кусочки укатились обратно. Ха-ха. Да? Типа. Ну, езжай, сердечко-то. Давай. Отдавай ключи. Не хочет. Ладно. Давайте еще разок. Плей. У-у-у-у. Мы должны это пройти. Я даже знаю, какая будет превьюшка у этой серии. Кейс аниматроник. А, в действии! Забыл совсем про эту говенную молнию. Так, хорошо. Главное не попасть за дверь, чтобы меня не перекрутило, не переломало мои кости. Чё с тобой, чувак? Я понимаю, что ты давно не делал зарядки. И давно не переходил это, знаете, как это называется-то, под шестом-то проходить. Забыл, как это называется эта игра. Но не до такой же степени, чувак. Так, ключики, как их взять? Ага, просто нажать мышкой. Хорошо, я нажал, и я поеду. Ой, что это? Бумажка? Привет, мой друг. Как тебе мой подарок? Понравилось? Я люблю, очень люблю играть. Ты умрешь. Что, не надо мне никаких... Не надо, не хочу умирать. Я хочу спастись. Все? Игра пройдена? Ха-ха, зашибись. О, что это было? Какого хрена? А! Аниматроник бежит! За мной причем! Давай! Давай, беги! Он меня зачерачил! Твою мать! Твою же мать, проклятая ветка! Вы видали это? Та ветка была, она мне мешала. О, мое тело прилетело. Зашибись. А эти кишочки у меня висят. Похоже немножко на колбаску, да? Нихера, он какая дикая мартышка! Бегает здесь, посмотрите! Жуть какая-то. Сейчас мы это дело переиграем. Так, тихо. Там что-то рвануло. А вот и трупешники. Так, тихо. Уваливаем обратно домой. Ха-ха. Нечего там ловить. Там этот дикий аниматроник бегает. Вот и кружка до сюда долетела. Ну, он, по идее, за дверью, да? То есть, о, тихо. Воу! А ведь она могла меня прибить. Когда-нибудь. Что за дверью? Чика? Надеюсь, что не Чика. Так. Это, видимо, какая-то потерянная глава из серии аниматроников, да? Шкафчика, можно как-то сюда залезть? Так, минутку. Что это? Ух ты, ты остался жив, и я удивлен. Мне очень жаль, мой друг, но... не беспокойся. Ты встретишь его скоро. Кого-то скоро я встречу. А кого? Типа, новый аниматроник, что ли? Нахер мне такого счастья не надо. Я хочу наверх. А, подожди, может быть, шкафчик? Типа, залезть, нет? Хм. А что нажать? Куда, что использовать? А, то есть обратно выйти. Хорошо. Воу-воу-воу! Обратно! Меня захавали. Это что, на небесах, что ли? Так, я достал тебе твой ключик, я ему говорю. А у него многоточие. Так, другой хоррор левел, да? Play now. Анотер. Короче, понятно. Прикольная игрушка. Заслуживает нашего внимания, да? Так. Ну, вроде бы мы самое такое четкое отыграли. Ну, давайте... Какой-то Станк-Сити. Просто разочек попробуем, что это такое. Станк-Сити. Welcome. И чё? Ну, баскетбол, зашибись. Ну, бомжи. Ну, там, вкусняшка в мусорном баке. Рыба какие-то. Эти, стейки и прочее. Прочие бифштексы. В общем, все очень круто. А тут что? Ага, наверх полетел. И чё дальше? Так, хорошо. Движемся по крышам, как Бэтмен. Или как Спайдермен. Приехали. Так, друзьяшки, ладно, давайте, наверное, перейдем к вашим уровням. Ваши уровни-то в разы интереснее. Та-дам! Привет, Пелагич, рад тебя видеть. Так, значит, что ты мне предлагаешь? Что-то там про баллы какие-то, баллы. Джетбал-то не то.
наверное, внизу, да? А вот. Ball happy. Как бы так. Happy. Точнее. Значит, что мы можем здесь сделать? Умереть можем, конечно же. Опа, ничего не можем. Так, почему... Что за вопросики? Я хочу узнать, что за вопросики. Нет, я больше не хочу узнать, что это за вопросики. Это не круто. Это не круто. Так, ладно. Значит, моя задача попасть на победу. Но победа заблокирована. То есть мне нужно попасть на... попасть сначала наверх, да? Вот туда. Опа. Ну, блин, это не так-то просто. Давай. Ну, лети наверх-то, твою мать. Телевизор. Хелп. Ага, вот это уже неплохо. Но все равно. Я хочу туда, как бы вот туда наверх попасть. Бол. Черный. Круто. И че? О, давай. Не получилось. Так, ну мать твою, а как пройти-то этот уровень? О. Тихо, только не на смерть. Не надо. Блокируй мячики. Твою мать. Пошел прочь. Не надо. Тихо. Так. Тихо. Ну, наверное, они не работают на, типа, смерть, да? Или работают? Надеюсь, что нет. Так, вопросик. Тихо, надо заблокировать себе. А! Не заблокировал. Да твою мать! Это, конечно, круто, джекпот. Это очень круто. Но! Толку! Посмотрите, я ничего не могу сделать. Так. О! Блядь, почти получилось. Давай! Блюдок, давай! Давай, ты сможешь! Я в тебя верю! Давай! А! Чё за говно? Так, хорошо, еще разок. Давай! Нет, не надо! Фух! Твою мать, перемать! О, вон телевизор вверху был! Зашибись! Телек-то летает! Значит, он. О! Да почти же попал! О! Да блин, почти же попал дважды! О! Подожди, я же не попал в джекпот. Как так? О! Я разблокировал, детка! Ха-ха, давай! Так. Да, туда кидай, туда, вперед, не назад. А? О! Та-дам! Вот так вот, мы прошли твой уровень. Ну что, понравилось? Надеюсь, что понравилось. А мы тем временем переходим дальше. Алексар Икс предлагает нам поиграть в игру под названием Hell. О божечки, это же ад, это преисподняя. Это там, где неверных поджаривают на вечном огне, в вечном котле. Да? Тех, кто храпит по ночам, например, очень громко. Или тех, кто делает спойлеры к фильмам. Типа Хан Соло умрет и так далее. В общем, этот уровень про них, про этих чуваков. А, да куда ты полетел, твою мать? Чувак, это... не обращай внимания, мы твой уровень эпично пройдем. Просто я немножко заговорился и упал. Бывает. Так, тихо. Ой, гарпун! Мы с тобой же лучшие друзья, ты это, угомонись, ладно? Дай пройти. Я тебе еще пригожусь. Соси болт, ублюдок. А, Тимми, бедняжка. Да угомонить его, ёпта. Так, неплохо. Ой! Так, тихо. Да тут еще и бутылки. Опа, я выжил. На минутку. На минутку я подумал, что я выжил. Так, хорошо. Держимся. Главное здесь держать равновесие. Ну теперь уже полно держать что-либо. Да мать твою, да что ж такое? Дайте мне нормально пройти уже этот уровень. Все. Уа, да зашиби, давай. Да бляха-муха, ну... Жопа волосатая, рыба волосатая, тискал соски, умирал с тоски, дай пройти. Так, держимся. Да, нет, нет. Ну куда отпули... О, вот мопед мой может пройти лучше меня. Так может быть ему и записывать эти видосики, а? Так, еще одна попытка. Это реально, это уровень просто... Преисподняя какая-то. Это невозможно. О, давай. Да давай. Давай. Да куда топорики. Это бомба, что ли? Еще и бомбы не хватало здесь. А! Что? Ах, так еще и здесь бомбы.
Круто ты придумал, чувак, эпично. Эпично придумал, хорошо. Да, бомбы, бомбы, бомбы! Меня еще это говно повесило. Говно на палочке меня повесило. Гарпун, я имею в виду, на палочке меня повесил. И если бы не он, я бы прошел твой уровень по-любому. Но я не сдамся. Да! Нет! Нет! А так все хорошо начиналось! Ну хватит уже насиловать мое тело! О! Они меня послушали! Круто! Что это было? Я надеялся, что я освободился от гарпунов, но нет! Моим мечтам не было суждено осуществиться. Это плохо. Давай! Бедняга я, бедняга я. Со стрелой в жопе, с топором в шее, кручусь, верчусь, и нет меня. Да! Все отдал! Все отдал этим топорам! Ноги наши там, значит, а тело здесь. Только я могу так проходить. О, еще и досталось добавок. Давай, давай! Да куда ты? Ай, ну Звелик, ну ты на чьей стороне, твою мать? О, может быть я выиграю? Два сердечка там где-нибудь, что-нибудь активируй, активируй. Нет, не получилось. Но вот здесь уже финиш. То есть я уже близок к завершению этого уровня. Да куда ж ты, блин? Да блин, да чё ж... Кто поставил этот гарпун здесь? Уберите его нахер! Чё это значит? Типа мне дальше не пройти, что ли? Охренел? Дай проехать. Ёпта. О, давай, давай, давай. Да, получилось, да. Кто здесь придумал потолки? Кто придумал такие низкие потолки? Уберите нахер, сделайте повыше. Знаете, такой контрольный удар. Контрольный удар в грудь. Бедный Тимми. Бедный я. Все бедные. Ой, топоры, топоры. Да куда ж ты на заднем колесе? Нормально будь. Сделай, чтобы нормально было. О, нормально. Давай. Ух ты, блин. Что ж ты будешь делать-то? О, мое сердечко полетело. Зашибись. Куда ж ты меня приведешь, сердечко? Расскажи о своих подвигах. Напиши книгу. Сердечко туда и обратно, да? Как тяжело. Ну что это за поза? Что это за поза, твою мать? Поза, блин, сумасшедший гимнаст-мазохист? Ха-ха! Давай! Тихо, ты куда ж ты, блядь? Это еще что такое? Откуда это-то взялось? Этого я чуть не помню. О, все, я понял. Теперь я точно дохлый. Отпустите, ублюдки, отпустите! Я хочу жить! Да отвалите от меня, уберите гарпуны! Давай, давай! Груди! Зашибись, я как марионетка. Все, мне теперь надо Five Nights at Freddy's, блин, 5. Ха-ха, я марионетка, злая марионетка. Я сгруппировался в надежде, что я смогу выжить. А теперь я просто чешу ухо. Зашибись. Зашибись, у меня положение. Нет, уже не зашибись, я думал, что я смогу что-нибудь сделать. Нет, друзья, это просто нереально, я уже устал переигрывать. Я всегда на этих топорах дебильных проигрываю. Ну вот опять! Может быть теперь? Давай, 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 давай. Давай. О, получилось. Так, тихо, теперь сюда. Бомбы, 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 говорю! Ты куда ты подпрыгнул, блядь, бомбы? Я тебя ору, а ты глухомань. Тупая. Может быть теперь? Может быть теперь? По-любому теперь. Давай, давай. Давай. Да, еще подохни здесь. Давай, перепрыгивай в это дерьмо. О, нормалек. О, тихо, 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 тихо. Тагу. Божечки. Божечки. Чего вы от меня хотите? Сейчас еще по-любому... Вот этот гарпун меня бесит. Он не внушает доверия. Так, тихо, тихо, тихо. Здесь-то что надо делать? Я же сейчас сдохну, походу. Давай. Ну не едет. Колесо мешает. Ага, надо немножко разгончик. Вот так. Тихо, тихо, тихо. А вот там нету точки. Он может палить. Бабахнуть может. Давай. О, нет, тихо, тихо. Главное головой вперед не ехать, а то он... Я знаю эти гарпуны. Давай. Да ладно! Да блять! Да не может быть! Ах!
Только я мог так застрять. А-ха-ха, ну, блядь. О, ну хоть куда-то я приехал. Тихо, тихо, давай, выпрямляйся. Чё у меня ноги? Давай, 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 давай. О, получилось, тихо. Давай, я все равно живой! Все, они меня поделили. Какая у них дружба! И кишочки мои скрепили их дружбу. Два топорика наконец-то смогли меня поделить равномерно. Ой, блин. Давай, тяжело ползем. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не ругайся. Давай. Ой, веселка какая. Ой, как весело такая. Покатаемся на качельке. Нет, на тарзанке. На тарзанке. Отпусти мой живот. Да говорю, живот отпусти. Все, друзья, давайте. Последний разочек. Да, отвали, а, отвали. Ой, я живой, я живой, я живой. Нет, я живой. Все, короче, я не могу больше играть в это. Я немало прошел в этом уровне, но я играю очень много, очень долго. И я еще очень много вырезал, поэтому все, хватит. Нервы мои дороже. И вот здесь, на этой нотке, я предлагаю всем поставить паузу, потому что, ну, понимаете, мы уже заиграли, серия затягивается, а мне нужно пойти и подлечить нервы, потому что опять все пылает. Особенно последний уровень конкретно меня прокомпостировал. Но я по-любому его пройду, может быть без видео, но я его пройду, я его, блин, поборю рано или поздно. А пока, друзья, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте, а также предлагайте уровни по ссылочке в описании под видео, а также в теме в группе ВКонтакте. Все для вас, друзья, и каждый день позитивно, весело, забористо. Всем пока!